Ничего, сегодня 6 января. Думали съездить там покататься на горке. Но в итоге поехали в храм вооруженных сил. Вот в Одинцово находится. В принципе, без пробок. Минут, наверное, 40-50 заняло. Обратно там час 10. Вот очень крутой вообще храм вооруженных сил. Насколько я, в принципе, далек от военной тематики. Но это прям вообще очень круто сделано. Прям вау-эффект. Крутой музей. Классного, что попали. Было достаточно много народу, но, в принципе, мы без очереди везде прошли. Единственное, в 1400 шагов просто очередь заняли, сходили, обошли главный храм и потом вернулись к очереди. Вот. Из минусов, наверное, только каток, потому что он не очень большой, и там стоит большая очередь, чтобы зайти покататься. Они где-то там час либо 40 минут катаются, до этого ты в очереди стоишь, ждешь, потом выезжает машина, лед обкатывает, и люди стоят, ждут еще час, чтобы зайти. Поэтому, если готовы стоять там полтора часа очередь, чтобы покататься 40 минут, то окей. Если нет, то можно просто походить. В принципе, не очень дорогие там цены. Люди покупают всякие хот-доги, тоже очереди стоят. Но вообще круто. Музей вообще шикарный, особенно разные инсталляции. Помимо основных я вот покажу. Очень круто сделали. Вот. Конечно, не очень хотелось выезжать. Но в итоге надо говорить, да. И оно того стоило. Поэтому хотя бы один раз ездить, посмотреть, это очень круто. Но мы, наверное, поедем еще второй раз, потому что там окоп мы не все обошли. Не все еще посмотрели. Вечером красиво там все подсвечивается. Поэтому на это нужно, наверное, целый день все-таки закладывать и с утра до вечера туда ехать, потому что комплекс вроде не очень большой. Сейчас видео дополню. Но при этом много времени занимает, если все походить и прям вдумчиво посмотреть. Ну вот сейчас на празднике пока парковка бесплатная, обычно, по-моему, 200 рублей что ли стоит. Вот. Но оно того стоит. Поэтому смотрите видео. Вот. Сегодня полезно, пока ничего не почитал, не выспался после вчерашнего, поэтому пока вот так прошел день, в принципе, с пользой. Узнал сегодня и увидел много всего нового. Музей под открытым небом. Собаки. Разбомбленная здесь зенитка, там тоже орудие, храм, полевая кухня. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь еще есть. Вот такая вот бомбежка. Это разбомбленная, обгоревшая изба. Столбы. Здесь, наверное, вечером круто такая подсветочка, если здесь что-то включено. Окопы. Пушка. Мешки с песком, как оборонительные сооружения. Сгоревший танк. Сейчас пойдем посмотрим. Все, что утилизировало сюда. Безотходное производство. 202. Фигурки. Горка и каток. Ну вот он. И вот это вот музей по кругу. Вот. Там вот начинается.
зарядка. Там забитых там 5 выстрелов. Замерзла. Пишу я вам это письмо и сама плачу, но сильно боюсь расстраиваться. Реально прохладно, да? И начинает сводить судорога, а ведь как не заплакать, жить больно хочется. Но, дорогой папочка, очень не расстраивайтесь. Интересно сделали такой музей, да, когда ты идешь прям по кругу и не сталкиваешься, нету встречного движения из патрона, да? Это прям эти патроны такие. Тяжелые дни. Вы должны остановить их, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам не стоило. Рабы, идите на бойцов, чтобы хранить.
Обычно так по стеклу, да? Выкапывали, обкладывали, передвигали. Thank you.
Thank you.